квартира, которая сдается в аренду. Можно посуточно снять ее. Находится около станции метро «Звездная». 7 минут достаточно, чтобы найти дом по улице Пулковская, 8, корпус 4. И квартира эта находится на втором этаже. Значит, это студия. Как вы видите, здесь находятся одинаковые две кровати. Кровать, диван. Разделена между кухней перегородкой. Вот встроенная кухня. Плита есть, она отдельно находится. Есть посуда. Все принадлежности. Имеется шкаф зеркальный, комод, утюг, все необходимое, раздельная доска. Постельное белье. Значит, это новый дом. Можно посмотреть из окна. Парковочное место есть. Значит, еще раз. Шкаф. Значит, в квартире находится да и диван, кровати, которые раздвигаются. Дальше идет кухня. Плита переносная. Соответственно, ее можно поставить сюда и готовить. Значит, дальше идет коридор. Душевая кабина. Стиральная машина. Квартира сдается.